А вот Топилин назвал возможную сумму сбора с неработающих граждан. Да, вот причем, обрати внимание, в 31 мая 2016 года Топилин назвал ненужным налог на тунеядство. А сейчас уже назвал нужным. И тогда и сейчас шла речь о 20 тысячах рублей. Вы можете себе представить, 20 тысяч рублей с неработающим гражданином. Люди, которые сами себя хоть как-то обеспечивают, они еще должны будут Вове отнести 20 тысяч. Это вообще потрясающая ситуация. То есть люди все тебе отдали. Нефть, газ, ни на что не претендует. Выборы ты сам делаешь. Так вы еще денег принесите, блядь, за то, что я такой хороший, за то, что я вас граблю, нагибаю и так далее. Блядь, ну это вообще жесть, конечно. Просто жесть. За то, что хороший Вова, ему надо 20 тысяч. Тебя не 20 тысяч. Невзоров. Вот главный революционер. Вова главный революционер.